Всем восьмилапый привет, народ! Вы на канале Arthropod Today. В данном видео мы займемся пересадкой паука птицееда, а конкретно Psalmopeus pulcher. Продемонстрирую бесконтактный и безопасный способ пересадки паука птицееда. Безопасный как для вас, так и для вашего питомца. Параллельно с этим расскажу о данной особи, ее характеристиках и содержании. Итак, приступим. Птицеед родом из солнечной Панамы, а сам паук древесного типа. Взрослая особь достигает 6-7 см по телу и 15-16 см в размахе лап. Скорости роста довольно быстрые, что свойственно паукам древесного типа. Самки достигают половой зрелости 1,5-2 года, самцы – год-полтора. Раздражающие волоски у птицееда отсутствуют. Яд у данного паука среднетоксичный. Плюс паук быстро, а также при необходимости прыгает на приличное расстояние. Все вышеперечисленное делает паука очень эффектным и интересным экземпляром для содержания и наблюдения за ним. И не будем забывать про его чудесный золотисто переливающийся оттенок. Мое личное мнение таково. Я бы не рекомендовал данного паука новичкам в связи с его скоростью и раздражительностью. Иначе паук принесет одни разочарования из-за вашей неопытности работы с данной особью. Приведем банальный пример. Вы приобрели себе данного паука. Рано или поздно вам придется заниматься его пересадкой по мере загрязнения террариума или роста самого паука. В связи с тем, что вы не знаете, как себя паук поведет, не знаете его нравы, поведения, побег вам будет просто обеспечен. Если же вы все-таки решили себе взять данного зверя, то мой совет: берите всегда с первых линек. По мере роста паука будет расти ваш опыт. Вы будете знать его нравы, его поведение, его повадки. Будете знать, как он поведет себя в той или иной ситуации. Будете знать, как избежать этих ситуаций. И опять же, пока будет идти время, вы будете получать несоизмеримый опыт в плане обращения с пауком. В плане содержания скажу вкратце мое личное мнение. Вертикальный террариум с проточной вентиляцией, 4 см слой кокосового субстрата в перемешку с вермикулитом, 25-27 градусов температура в террариуме, влажность 70-75%. Самое главное, переувлажнять не стоит, пусть лучше будет чуток меньше влаги, чем вы устроите самое настоящее болото. Не переусердствуйте в этом плане. Пауки маленьких линек крайне прихотливы, но и не нужно забывать основные критерии содержания для взрослых особей. Температура, влажность, нет болоту. Ах да, и самое главное, для взрослых особей должна иметься всегда поилочка. Потому что хоть вы ее не видите, а может быть и увидите, но все-таки пауки пьют воду. Это факт. Ну и напоследок, любите животных. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ссылочки на контакты и Инстаграм будут в описании. И всем пока!